приподнял эти плечи и взглянул на то, что оказалось за спиной, и увидал, что выдвинутый стул сливался с освещенной стеной. Был в лампочке повышенный накал, невыгодный для мебели и стертый, и потому диван в углу сверкал коричневой кожей, словно желтой. Стол пустовал, поблескивал паркет, темнела печка. В раме запыленный застыл пейзаж, и лишь один буфет казался мне тогда одушевленным. Но мотылек по комнате кружил, и он мой взгляд с недвижимости сдвинул. И если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом, покинул.